Мартюша, Мартин. Ты мой хороший мальчик. Марти. Это у нас Мартин. На него поступила заявка, позвонили люди, что вот очень огромный пес лежит сбитый посеред дороги. Полгода Мартин не мог ходить. Сейчас окреп и ждет, что у него появится новый хозяин. Таких историй здесь тысяча. У кого-то нет глаза, челюсти или лап. Кого-то пытались отравить, над кем-то издевались и просто выкинули в мусорный бак. Но каждая собака еще верит людям. Пытается понравиться, протянуть лапу. За внимание человека даже дерутся. Вот, ну это вообще, ну это красота неимоверная. Как можно было их выкинуть? Закон, запрещающий усыпление животных, общественники ждали 8 лет, говорит Софья Куликова. Несколько лет подряд приют «Ласка» выигрывал тендер на отлов бродячих кошек и собак в Барнауле. У нас даже так крайне неблагозвучно или, не знаю, как-то противно, что ли, звучал этот сам контракт. Он назывался «Контракт на отлов и утилизацию бездомных животных». В «Ласке» никогда не убивали животных только потому, что их бросили хозяева. Кошек и собак оставляют в приюте, ищут им семьи. Такому же гуманному принципу следуют приюты в Бийске, Рубцовске и Заринске. Все они существуют только на спонсорскую помощь. Муниципальных приютов, как, например, в Новосибирске, в нашем регионе нет. А ведь только в «Ласке» живет более 1000 животных, которые каждый день просят есть, которым надо строить вольеры, их надо лечить и стерилизовать. А по контракту на отлов оплачивается только суточное содержание животного и его умерщвление. То есть власти и раньше давали выбор, усыплять или нет. Но при этом условия документа не покрывают траты приюта. Софья Куликова говорит, что для обеспечения нового закона в крае не создана инфраструктура. Известно, что на весь регион ежегодно выделяется 8 миллионов рублей на отлов бездомных животных. Больше половины муниципалитетов эти деньги не осваивают. На те условия, которые прописаны, не находится подрядчик. Ну, то есть, и те же главы муниципальных образований говорят, а мне с кем подписывать договор, кто мне их будет содержать, если у меня ни приюта, ничего нету. Ну, то есть, либо это надо идти умышленно на нарушение закона, да, и вот, ну, как бы, всех, что называется, убивать, да, либо как-то кто-то должен создать эту инфраструктуру, кто-то должен сварить эти вольеры, а это тоже очень дорого. Но федеральный закон так или иначе обяжет властей найти выход из ситуации. Ведь отстреливать бездомных собак и кошек уже нельзя. Хотя, несмотря на новые правила, на днях, как сообщили нам в «Ласке», в барнаульском поселке Авиаторы и на улице Георгия Исакова массово отравили собак. Видимо, пока не все представители Homo sapiens поняли, что и у животных тоже появилось право на жизнь. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.